同学们好，我们现在开始上汉语课，请大家准备上课。请大家打开你们的课本《青春学汉语》第三第三册。我们今天学第十三课，啊、呃，你喜欢吃什么？复习啊、呃，上节课学的生词，啊、呃，合作练习。 Ребята, на этом уроке мы с вами пройдем 13 урок «Что тебе нравится?». Будем учить стих и через упражнение закреплять и повторять тему «Что тебе нравится кушать?». Пожалуйста, откройте ваш учебник, запишите в тетради сегодняшнее число. На этом уроке мы с вами повторим тему «Что тебе нравится кушать?». Будем учить новые иероглифы и научимся их правописанию будем учить стих и развивать навыки правильного произношения, а также развивать разговорную речь. А, урок мы начнем с повторения пройденных слов. Итак, прочитайте со мной. Жоу – мясо, 鸡肉, курица, ню говядина, ход хуй ветчина, Янг. Баран. Янг-роу. Баранина. джу, Свинья. Чжу-роу. Свинина. Цуэй. Самый. Больше всего. Ню-пай. Бифштекс. Сянг-чанг. Колбаса. <плодисмент> Молодцы, ребята. А теперь давайте мы поиграем в игру. На экран э, будут выходить картинки, а вы должны быстро отгадывать. Итак, посмотрите. Цуэй. самый или 对，薯条。这是什么？对，火腿肉。这是什么？薯片。这是什么？对，饼干。这是什么？对，巧克力。 这是什么？对，这是肉。这是什么？牛肉。这是什么？对，猪。这是什么？对，冰淇淋。这是什么？对，这是羊。这是什么？对，这是猪肉。 这是什么？对，这是鸡肉。这是什么？对，这是羊肉。这是什么？对，这是香肠。这是什么？这是牛排。这是什么？这是蛋糕。 Молодцы, мы с вами быстро повторили пройденные слова на тему, что тебе нравится кушать. И теперь давайте повторим текст, что тебе нравится кушать. Вам нужно было ответить на вопросы по тексту. Итак, первый вопрос шуэй, Первый вопрос Сяогуан шамажо. Сяогуан сихуан шамажо. Что нравится кушать сяогуан? Или какое мясо нравится кушать сяогуан? Вспомните по тексту, ребята. Сяогуан сихуан ши ки роу, ню роу, Сяогуан любит кушать курицу, Говядину, баранину и свинину. Молодцы, ребята. Следующий второй вопрос. Дяргова Анхи. Что он больше всего любит кушать? 她最喜欢吃什么. Вспомните, ребята, по тексту, что он больше всего любит кушать. Та цуй си ши ню пай. Правильно, ребята? Та цуй си ши ню пай. Он больше всего любит кушать бифштекс. Молодцы. Третий вопрос. Та хай си ши шама. Что он еще любит кушать? Та хай си ши шама. И ответ. Та хай си ши хо роу. Он еще любит кушать ветчину, х колбасу. Молодцы, ребята, мы с вами повторили про... текст прошлого урока. А теперь давайте мы будем учить стих на странице 93. таши папа. таши мама. Итак, папа ай чи Папа ай чи Ай любить. Папа любит кушать мясо. Чин Папа ай Так, вторая строчка. Нью пай хо твой РОУ. Бифштекс и ветчину. Нью пай хо РОУ. Ну, пай, хот хуй роу, вичина. Папа, ай, че, роу. Ну, пай, Молодцы. Следующая строчка. Мама, ай, ю. Мама любит кушать 啊, рыбу. Рыбу. Чингауду. Читаем за мной. 妈妈爱吃鱼，黄鱼。啊，就读读吧，三文鱼，лосось。请跟我读：妈妈爱吃鱼，黄鱼，三文鱼。Молодцы, ребята! Еще раз читаем за мной весь стих。爸爸爱吃肉，牛排和腿肉。 Мама ай Молодцы. А теперь просто послушайте. Папа ай чы жоу, ню Мама ай чы ю, хуан ю, сан ю. Молодцы, ребята. Нужно будет вам этот стих выучить наизусть. Я думаю, вы очень легко справитесь с этой задачей. Молодцы, ребята! А теперь вместе учимся писать новые иероглифы на странице 92. Итак, первое. Таши Шуэй, кто это? Джеши Шуэй, 這是 отец, фу, отец, фу, иероглиф. Второй иероглиф мать му, мать-му. Вместе из этих двух, двух слов образуется слово родители фуму, фуму, родители. И давайте посмотрим первый иероглиф фу. Посмотрите на правописание, ребята, внимательно. И давайте посмотрим количество черт и направление ручки при написании. И р сан с иероглифу состоит из четырех иероглиф, из четырех черт. Следующий иероглиф му. Посмотрите внимательно на правописание иероглифа му, му, мать. И давайте посчитаем количество черт. И р сан с у пять черт. Молодцы, ребята. А сейчас поставьте на паузу и в тетради напишите иероглифы и перепишите правописание иероглифа э, фу, пхинин и перевод. Второе правописание иероглифа му, мать, пхинин и э, перевод мать. Итак, если вы поставили на паузу и переписали эти новые иероглифы, то мы переходим к следующему. Упражнение номер один, страница девяносто. Итак, посмотрите на картинки, прочитайте и укажите соответствие. Первое – это название животных. Ребята, вы вспоминайте, какие же эти животные. Джу, Ню, Ян, Ма, Няо, Гоу, Мао, Юй. Вспомнили, ребята? А теперь снизу у нас будут картинки. Баран, птица, рыба, корова, собака, лошадь, свинья и кошка. И давайте укажем соответствие. Ребята, первое слово ⁇ джу ⁇ это какое животное? ⁇ туэй ⁇ это свинья. ⁇ джу ⁇ второе ⁇ ню ⁇ это корова третье, ян, это баран, молодцы, ма, это лошадь, Няо. это молодцы, это птица, гоу, конечно, это собака, мао, тэ, это кошка и последний юй, это рыба, молодцы, ребята, мы с вами справились с этой задачей, следующее Упражнение номер девять на странице девяносто три. Сейчас будут названия животных. Это дикие животные. Вы эти животные проходили до этого. Мы будем вспоминать, какие же это животные. Ребята, вспомните, какое это животное. Реши на гдунгу хоудзи. Туэй, обезьяна. Хоудзи. Повторите со мной. Хоудзи. Так, лауху. Я думаю, вы вспомнили. Лауху. Туэй, это тигр. Повторите. Лауху. Молодцы. Та сян. Джеши шаматунгу. Туэй. Слон. Чингамуту. Та а это какое животное? Шидзе. Шидзе. Туэй. Чеши. Лев. Молодцы. Следующее. Ш. Вспомните, ребята. Ш. Конечно, это змея. Чингамоду. Ш. Следующее. Сюнгмао. Туэй. Танран. Панда. Сюнгмао. Хэйсюнг. – это родственник панды. Хэй туэ – это медведь. И последнее, ой, и следующее, тхудзы, это, туэ, это кролик, тхудзы, и последнее слово, шусюм, шусюм, шу, сюн". шу это дерево, сюм, это медведь, значит, это что? Это кто у нас? Туэй, коала, молодцы, ребята. Давайте еще раз повторим Лауху, Ребята, если вы забыли э, название этих животных, то сейчас поставьте на паузу и перепишите э, название этих животных с переводом на русский язык. Итак, если вы переписали название этих животных, мы переходим к следующему упражнению. Упражнение номер пять, страница 90, 92. Ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Ни си тунгу? Ни си Какое животное тебе нравится? Ниси Хуан Шиматунгу. Второе. Второй вопрос. Нимен Ян Чунгума. Вы держите э, домашних животных? Ян Ла ЧУНГУ? Держите какие, каких домашних животных? Третий вопрос. Нина ты в каком году родился? Ты родился в каком году? Нишу Шушима. Это вопрос, э, такой своеобразный вопрос. Нишу Шема. Шу, шама. шу это принадлежать. Шема чему? Ты Дословно, вопрос получается, ты принадлежишь чему? Но здесь подразумевается другой вопрос. Ты родился в год какого животного? Ни шушима. Четвертый вопрос. Ни сихуан широма. Ты любишь кушать мясо? Тебе нравится кушать мясо? Сихуан шама жоу. Какое мясо тебе нравится кушать? Пятый вопрос. Ни сихуан ма? Тебе нравится а, кушать рыбу? И шестой вопрос. Ни сихуан шама Какие перекусы ты любишь кушать? Итак, для образца нам ответить на эти вопросы, для примера, а нам ответить на эти вопросы Сяо Гуан. Мальчик из нашего учебника Сяо Гуан. Итак, первый вопрос. Ни си хуан Какое животное тебе нравится? Мне нравится коала. Следующее. Немыян чунгу ма вы держите питомцев или домашних животных? Янглашема чунгу, каких животных вы держите? Мы чунгу. мы держим питомцев. Мы ма гоу, мы держим кошку, мы завели кошку и собаку. Третий вопрос. нин чушэн, ты в каком году родился? Ооо, Арлинглинг Джуниен Я родился в две тысячи девятом году. Ооо, Арлинглинг Джуниен Чушен Шушама. В год чего ты родился? Или в год какого? В год кого ты родился? Ооо, Шунью. Я родился в год коровы. Ооо, Шунью. Четвертый вопрос Нис Юхан Шижома. Сихуанши жоу. Тебе нравится кушать мясо? Какое мясо ты любишь кушать? О ши жоу. Я люблю кушать мясо. О чи жоу. Я люблю кушать курицу. Ни Тебе нравится кушать рыбу? Сяогуан отвечает, 我很喜欢吃鱼. я очень люблю кушать рыбу. А если вы, вам не нравится, вы отвечаете как? Туэй. 我不喜欢吃鱼. И последний вопрос. Не сихуанчишималинши. Какие перекусы ты любишь? Линши шишима. Линши ши шупен. тангуа Танго. Данган. Линши это чипсы, шоколад, 嗯, печень, печеньки, 啊, конфеты и так далее. Сяогуан любит Кушать чипсы. Итак, ребята, по этому образцу вам нужно ответить на эти вопросы. Какие животные вы любите, каких питомцев вы держите дома, в каком году вы родились, в год кого вы родились, какое мясо вам нравится кушать? Любите ли вы кушать рыбу? И какие перекусы вам нравятся? Это у нас разговорная практика. Это вам нужно сделать в тетради. Итак, на этом мы завершаем наш урок. Итак, домашние задания на сегодня. Первое ⁇ прописать новые иероглифы в тетради, соблюдая правописание по две строчки. Иероглиф ⁇ Фу ⁇ отец и ⁇ Му ⁇ мать ⁇ Второе ⁇ выучить стих, который мы сегодня учили на странице 93. И третье. Ответить на вопросы. Мы эти вопросы сейчас читали. И примеры я вам показала, как нужно ответить. Упражнение номер пять на странице девяносто два. Итак, на этом урок закончен. сейчас